Привет, друзья! Мы продолжаем с вами рубрику «Спаси или убей». На этот раз жизнь Майка в ваших руках. Если вы проявите активность и в течение 3 секунд подпишетесь на канал и поставите лайк, то Майк сможет выжить. Вы готовы? 1, 2, 3. Ай! Наконец-то вам удалось спасти одного из персонажей. Давайте и дальше проявлять активность, ведь тем самым вы помогаете развитию канала. Спасибо за помощь в побеге, если бы не ты, я бы гнил в могиле. Ты оказалась довольно хорошей девочкой. На самом деле ты тоже можешь быть хорошим человеком. Ты можешь делать вкусное мороженое и дарить детям радость. Я обязательно прислушаюсь к твоему совету. А теперь, нам пора сваливать отсюда, садись в фургон. Итак, вы говорите, что ваших друзей похитил босс Рот. Да, сначала он похитил Лиз, а потом и Чарли. Что ж, возможно, они еще живы, а возможно, уже мертвы. Тем не менее, мы все равно поедем на фабрику, чтобы спасти их. Мой папа говорит, что босс Рот, прежде чем убить, он откармливает жертву несколько месяцев. Папа ей сказал, а кто такой твой папа, раз он знает такие подробности? Мой папа, мистер Мид, они хорошо общаются с боссом Родом. Вот черт. Я на 100% уверена, что они сейчас заодно. У меня есть план. Ты должна будешь позвонить своему отцу и сказать, что ты дома и что ты ждешь его. Он тебе обязательно поверит. Он приедет домой, увидит тебя и обрадуется. Но это будет ловушка. Его будет поджидать полиция. Его схватят и арестуют. Вот мой план. Какого хрена тут произошло? Где заложники? Я велел тебе их убить. Да не ори ты так. У меня башка сейчас взорвется от боли. Тебя когда-нибудь били по голове гаечным ключом? Я спрашиваю тебя, где мои заложники? Заложники сбежали, я потерял бдительность и им удалось меня отвлечь, чтобы нанести удар мне по голове. Это мне звонят. Извини, я должен ответить. Алло, папа, я дома. Где ты? Я тебя уже заждалась, мне нечего кушать. Ребекка, жди меня дома. Папочка скоро придет и накормит тебя. Это Ребекка. Она нашлась. Ждет меня дома. Извини, босс Рот, но мне надо бежать к своей дочке. А ну стой, мистер Мид. Ты должен вернуть мне моих заложников. Привет, папа. Ох, Ребекка, слава богу, ты дома. Я уж подумал, что потерял тебя навсегда. Руки за голову, мистер Мид. Вы арестованы? Давай, жалкий ублюдок, стреляй, иначе живым ты отсюда не уйдешь. Папа, пожалуйста, сдайся полиции по-хорошему, не усложняй все. Я не хочу, чтобы тебя убили. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством.